Ну що ж, йдемо за програмою, і сьогодні, як ми й обіцяли, у студії з нами Михайло Портнов, це засновник Портнов Computer School у Силіконовій долині, що у Каліфорнії. Михайло Портнов є одним і одним із самих популярних відеоблогерів на Ютубі. Його відеоканал існує вже 8 років та налічує більше 100 тисяч підписників. Більше 4 тисяч відео на каналі присвячені саме аспектам життя в імміграції, питанням працевлаштування, легалізації, навчання та багато іншого. Сьогодні піднімемо багато важливих та актуальних питань, тому готуйте ваші запитання та неодну телефону. до нашей студии за номером 773-661-2777. Доброго дня, Михаил. Мы рады приветствовать вас на нашем радио. И много вопросов, ведь чем хотелось бы сегодня обговорить. И начнем такие с вас. Расскажите детальнее о вашей деятельности как бы в США, о вашей работе и о вашем хобби. Здравствуйте. И приехали мы в самом конце 1990 -го года. И тогда начиналась рецессия. Вот я думаю, что многие из вас помнят последнюю рецессию. Вот она была очень похожа на последнюю рецессию. Мы только приехали, языка английского у меня, например, совсем не было, у жены получше, но вот у меня совсем не было, я немецкий изучал. По образованию я инженер-связист, но я еще закончил математический факультет в университете там, в Твери, и я еще учился в аспирантуре по педагогике. Ну вот так получилось, разнообразное такое образование. И вот мы приезжаем, а работы как-то нет, жить непонятно как. И еще и рецессия на нашу голову. И я некоторое время, ну что называется, помыкался, да, то есть я преподавал, когда, знаете, есть такая дилемма у образованного иммигранта, ты не знаешь, что сначала сделать, уроки какие-нибудь, классы взять или вот преподавать что-нибудь. И мне, мне довелось преподавать до того, как я, чему-то еще научился. Это было тяжелое моральное время. То есть, с одной стороны, мы каждый день просыпались с чувством, слава богу, мы уже не там. Да, это было. С другой стороны, надо было как-то устраиваться. У нас ребенок был 11 лет, девочка. И, ну, что дальше? Дальше случай, товарищ, который был у меня еще с московских времен, мы, я из Москвы сам. И товарищ, видя такое дело, он работал программистом, он мне говорит, ну давай вот, может быть, к нам в компанию придешь. И дал мне книжку почитать по программированию на языке C. Это был 92 год. Ну и я книжку почитал, а я работал дизайнером цифровой аппаратуры, аппаратуры связи до этого. И мне приходилось микропроцессоры программировать там, в страшных таких вещах, там, двоичные коды, шестнадцатеричные коды. И Си для человека, который через это прошел, это как вот божий, божий глаз такой, знаете, радость невероятная. Я думаю, все, буду программистом. Но когда на интервью меня пригласили в эту компанию, просто как он попросил, так, чтобы со мной поговорили, они говорят, давай тестировать будешь. Я говорю, ну, конечно, скажите, что вы имеете в виду. Я, я, я же не знаю, ну, скажите, что будем тестировать. И это было то самое время, когда... когда Тестирование становилось массовым, потому что раньше, что, что было, компании выпускали software, программное обеспечение. Им пользовалось очень мало людей. И люди, которые пользовались, были очень продвинутыми. Когда они что-то такое находили несимпатичное, они писали в компанию, им прислали дискетку, они переустанавливали, собственно, все. Не было тестирования как профессиональной деятельности. А с начала 90-х, вот 90-е, 91 2-е, 3-е, 4-е, если вы посмотрите на статистику, сколько выпускалось тогда компьютеров персональных, то вот каждый год удваивалось. И за 1000 долларов вот уже каждый мог пойти и купить себе компьютер. И люди, которые пользовались компьютерами, они уже перестали интересоваться, чтобы там сказать что-то, вот ошибка там какая-то, они сдавали софтвер, брали другой. Поэтому пользователь перестал тестировать, другой пользователь, и тестирование сдвинулось внутрь компании. И вот я как бы попал в самое начало этой волны, совершенно случайно попал. Это не было сложно совсем, то есть я с большим удовольствием этим занимался, а плюс, когда тебе деньги платят, знаете, причем это инженерные деньги, это же не то, что тебе платят там как, ну, я не знаю, там, в офисе или там, не знаю, на стройке, это по-настоящему тебе платят. И вот. Так тоже сложилось, что экономика была такая, знаете, нервная, дерганная, потому что рецессия была, и вроде бы IT хорошо себя чувствовала, вот так же, как в последней рецессии, которую мы пережили, но все равно было так вот, что-то хектик такой, понимаете, все туда-сюда. И компании выходили из бизнеса, тут же создавались новые, но тем не менее. Я потерял работу через там, 11 месяцев, потом через 10, потом еще там через 10, и каждый год я шел искать работу. И, и вдруг я вижу, что каждый год количество позиций, свободных вакансий, значит, растет как космически, понимаете, и, и зарплата моя росла космически, каждый раз идешь искать новую работу, сверху 10 тысяч, 20 тысяч. И про просто как-то, ну, ну что-то такое, это было трудно поверить, понимаете, что такое может быть. И это невозможно для себя удержать, это, это, ты не можешь сказать, вот я увидел такую нишу, сижу тихо, никому не показываю, понимаете, это было невозможно. Поэтому в 1994 году, в августе было дело, вот я начал эту школу, и годика три, наверное, мы так только по-русски учили, тогда была большая волна вот этой беженской эмиграции образованные люди, процентов 20, наверное, со степенями, с учеными, и, и выброшенные из жизни совершенно, прям до кома в горле. Знаете, это было такое время. Мы сейчас, когда вот там где-нибудь встречаемся, по случаю, так мы там обнимаемся, и там слезы текут, потому что через что люди прошли вообще. И, и оно стало такой легендарной штучкой, наверное, за год. А, уже очереди громадные стояли, мы уже стали отбирать очень сильно и так далее. Потом Показали нас в 1998 году, было такое телевидение, может быть и сейчас есть, WMNB из Нью-Йорка. И тогда единственное спутниковое телевидение было на всю страну. И вот нас там показали в программе «Доброе утро, Америка», что такое было. И вся страна узнала. И, ну, в общем, и пошло, и пошло, и пошло. И мы были первой школой на планете, которая специализируется в тестировании программного обеспечения. Так сложилось просто исторически. Вот. Ну и, соответственно, где-то мы примерно тысячу человек обучаем в год, это 500 на месте в Кремниевой долине, еще 500 в онлайне. У нас последние пять лет есть такой курс. Ну, и параллельно с этим, что получилось, года четыре назад, да, наверное, у меня был вообще канал на Ютубе, и я туда вешал видео о том, как новички приезжают, потому что есть форум для тех, кто играет в Card лотерею известные форумы, я там был один из модераторов, и я просто, ребят, которые к нам едут, я показывал, чтобы не только разговор был, но вот еще, чтобы их видно было. Ну и, когда видео вешаешь, уже смотришь, что вообще вокруг есть, я до этого вообще не, не интересовался никак Ютубом, но я вдруг увидел, что то, что про Америку рассказывают, это такое ощущение, что где-то в подвалах Лубянки а, и, процентов 10, а 90 это а, дебилы, которых завели вот те 10. Поэтому это было настолько грязно и настолько мерзопакостно, что я как бы понял, что у меня никакого выбора нет, надо как-то альтернативно что-то создавать. И вот так возник канал Silicon Valley Voice в том формате, в котором он сегодня есть. И 4 года назад там было, может быть, вот в это время там полторы тысячи подписчиков. Вот, кстати, числа, 16-17 октября как раз будет 4 года. И сейчас у нас где-то 103 тысячи с копейкой. Такая более-менее думающая аудитория, хорошая, интеллигентная, там, без матершины, без оскорблений. Такой, очень прилично. Я очень доволен, что а, вот... Пришел к этому. А, по поводу блога я бы хотел вернуться в школе, но это попозже. А, скажите по поводу блога, именно к, к чему, как бы, что а, можно там узнать в этом блоге. Там есть очень много видео. Я пересмотрел очень сам, там более 4000 видео на разные темы. Да. А, в чем именно, как бы, она концентрируется? Сейчас скажу, там 4000 с лишним, это нумерованных. Там да. еще есть ненумерованные. А в итоге их там 5300. Я сначала не нумеровал, потому что, как бы, смысла не было. А потом мне говорят, так много видео, надо нумеровать. И я начал нумеровать. Это блог, ну то есть вот я в принципе рассказываю о том, что с нами происходит. Студентов показываю, когда приезжают, знаете, они такие молоденькие, красивые, то есть с возрастом, то ли чего, я не могу сказать. Все девчонки красавицы, просто, ну вот балет, я не знаю. Вот я показываю людей, рассказываю их истории. Почему это происходит? Я хочу, чтобы люди видели, что вот те, кто в эмиграции живут, это такие же люди, как и все остальные. У нас процентов 50 подписчиков живут в Российской Федерации, 25 процентов это Украина, и еще 25 процентов так всего понемножку. Там США, может быть, 8-10, Беларусь, Израиль, Казахстан, из Канады есть народ и так далее. Поэтому, вот, поскольку основная масса людей живут вне США, то мне хочется им показать людей, которые живут в США, что это нормальные люди. Мне хочется им показать магазины, в которые мы ходим. Мне хочется показать бизнесы, которые здесь создают наши соотечественники. Вот я показываю стартапы и не только стартапы. Я показываю людей, которые в разных профессиях. Там, это могут быть врачи, это могут быть программисты, инженеры разнообразные там и так далее. Обычно просят там поговорить, там с таким поговорить, с таким. Мы не можем избежать ну, на сто процентов политических тем, хотя я стараюсь особо туда не лезть. Но иногда вот мы что-то такое на эту тему тоже и про выборы. Вот у меня есть такая рубрика, называется "дежурные по Америке". И вот когда что-то в стране происходит, значит я вот там рассказываю, в частности про выборы. Ну, ну вот так. Что ж, а, расскажите вернемся-таки к школе, вашей партнерской, Скол. Если можете сказать, пожалуйста, присутствует больше теории или практики в вашей школе? То бишь, если можно конкретнее а, по поводу обучения в вашей школе, как туда поступить и много? Ну, у нас есть как бы на кампусе да, там курс, и есть в онлайне. В онлайне ничего не надо. В онлайне человек записывается, он участвует в первых трех уроках. И если он решает остаться, он платит там эту тысячу долларов, что это стоит, и дальше учится. То есть я не могу за него решить, оставаться ему, не оставаться, брать, не брать. У меня сейчас громадная группа идет, вот я сейчас учу, мне человек 130, наверное, 140 в одной группе. Но это в онлайне как бы нормально. Все уроки записаны, они могут по 10 раз прослушивать и так далее. В основном люди из США и Канады. Есть немножко из Европы, там есть немножко из Российской Федерации, но в основном те, кто сюда собирается приехать. У меня есть на русском языке, просто записанный курс лежит в свободном доступе. Это э, partnov.com, наш веб-сайт, slash, ru, are you. И там на русском языке э, 20 часов, там достаточно полно изложен э, теория. Но курс у наш, который на кампусе, это 185 часов. И там у нас есть входное тестирование. То есть мы должны убедиться, что человек в состоянии следовать э, за преподавателем. То есть он базовые навыки компьютерные есть, чтобы он не потерялся просто в классе. Там есть вейтинг-лист, там не безумно большой, там месяц-полтора-два, пол, месяц, okay. летом посвободнее. То есть поступить, ну, надо, надо быть пользователем. То есть нельзя сказать, я вот первый раз вижу компьютер, как мне стать инженером. То есть надо быть хотя бы пользователем. Не обязательно иметь высшее образование, хотя в основном все имеют высшее образование, кроме молоденьких. Вот там у нас есть и 17 лет, и 18, и 19. Это отдельный рынок, на них большой спрос. Вот, вот на этих, казалось бы, образования-то нет. Они расходятся очень здорово. Есть люди постарше, но, но я не очень хорошо, как бы, не то что не хорошо, но я не поощряю, чтобы человек там за 50 шел в это дело, если только он не был там всю жизнь инженером, там и как-то близок к этому и так далее. Есть, конечно, в любого возраста люди есть, но, конечно, помоложе им им полегче. Учим мы э, двум вещам: первое, как получить работу, и второе, как с нее не вылететь. Поэтому это безусловно очень практичный курс. Но то есть поговорить тоже надо. Получить работу надо поговорить. Поэтому мы изучаем теорию, терминологию, там все как положено. Но с другой стороны, мы делаем много проектов. И существенный элемент курса мы после, после окончания мы всех посылаем на практику. У нас достаточно практики, чтобы всех послать на пару месяцев на практику. И там они уже как бы полируют таким прикладным, что ли, умением ту теорию, там, которую мы в школе проходили. То есть, они, безусловно, они должны практически тоже уметь. Но это не курс, где учат очень-очень многому, серьезному. Они не должны пойти на работу на там, не знаю, 100 долларов в час. Нет, они пойдут на 25-30 долларов в час. Соответственно, мы их учим, там, грубо говоря, 3 месяца, плюс пару тройка месяцев в практике. Вот вместе это полгода занимает. Вы сказали по поводу практики, какая перспектива, например, поступления в вашу школу и последующая перспектива именно как работы? То бишь вы рекомендуете, например, учеников в какие-то компании и так далее? Ну, я, я не могу сказать, что отсутствует полностью вот то, что называется из-под прилавка такое, значит, трудоустройство, но это не основное. Процентов, наверное, 20-30, не знаю сколько там, людей оставляют прямо на практике на первую работу. Но дело в том, что все-таки надо быть готовым к тому, чтобы пойти на рынок и найти там работу. Это надо один раз научиться делать, не надо этого бояться. И мы этому очень учим хорошо. То есть мы, я считаю, исключительно сильны вот в этой части. То есть мы учим, как это делается. Я, я вот лично это, этому учу, у меня видео на эту тему много на канале и так далее. Но есть официальная статистика, которую положено, школы каждый год публикуют, у нас от года к году там варьируется, но ну, вот варьируется между 75 и 89 процентов за последние там лет 5. Очень сильно за... Но ну, это имеется в виду, за полгода человек нашел работу, он может потом нашел, может быть он два раза курс повторял, это отдельно бывает, но ну, вот это так. Но это индивидуально, то есть статистика-статистика, но если ты не будешь делать домашние задания, тебе и практика не поможет. Если ты не будешь учиться, значит реально, напрягаться, тебе ничто не поможет. Если ты будешь негативный, если ты будешь собирать всю дрянь, которая есть в интернете или там еще чего-то, во-первых, мы тебя просто выгоним, потому что нельзя позволить, чтобы кто-то настроение людям портил. Вот. Но если это твой как бы, путь да, в негатив, ты тоже никому не нужен. Понимаете? Поэтому это очень индивидуально, поэтому мы с каждым собеседуем отдельно. Что ж, спасибо. Друзья, слушайте, я нагадаю номер нашей студии: 7736612777. Если у кого-то есть выныклое запитание, буду телефонуйте в линуте и пан Михайлович, поясняет все ваши запитания. Я хотел бы спросить по поводу вот именно помощи. Чем вы можете помочь человеку в США и человеку за границей, как бы через свой видеоблог также или через вашу почту, как в принципе большинство? Ну, если случаев. человек за границей, то обычно они интересуются вопросами, как попасть в США. И как здесь легализоваться, и то, то есть иммиграционный путь интересует. И помимо этого, у меня есть как бы, я не знаю, я иногда чувствую себя как директор там сиротского дома, потому что очень много молодежи такое ощущение, что у них родителей нет, дедушек, бабушек нет, то есть им никто в жизни не сказал, как жить надо. И у меня большая аудитория, вот именно такая, она не интересуется именно иммиграцией, но они что-то такое по жизни, но вот мне 60 лет, я как бы какой-то жизненный опыт имею, вот они с интересом слушают. Но если мы говорим про иммиграцию, у меня есть пару знакомых адвокатов, которые приличные очень люди, с изумительными референсами и так далее. Я вот их приглашаю поговорить на тему. Обычно я делаю анонс заранее, люди задают вопросы, и они отвечают на вопросы. У нас очень много на иммиграционную тематику. Вот сейчас, сейчас как раз идет прием заявок на лотерею Green Card. Значит, у нас есть видео, как заполнить заявку. Там 250 тысяч просмотров там, за пару лет и так далее. Потом есть, на удивление, много вопросов, которые вроде бы сто раз отвечены, но все равно их задают. И про заполнение заявок, и, допустим, а вот, скажем, я приехал по туристической визе, подал на политическое убежище, вот там 6-7 месяцев, пока я получу разрешение на работу, а как я буду в это время жить? А можно ли найти работу, пока это нелегальный? А как снять жилье? А вот там, вот я приехал, могу ли я водить автомобиль там с украинскими правами? То есть самые базовые такие простенькие вопросы в основном простенькие. Сложные истории это редко бывает. Я их вытаскиваю отдельно на, на канал и отвечаю долго, там 15-20 минут могу на какой-то хороший вопрос отвечать, но. Якщо я вас, приб'ю. Шановні слухачі, вже через декілька хвилин буквально закінчиться наш ефір, але ми продовжуємо на його на нашому онлайн-радіо. Тому усі бажаючі набирайте безкоштовний номер телефону 605. 477, 40, 28, або 712, 432, 88, 99. И вы будете снова чути нас, но уже на ваших телефонах. Также вы можете слушать нас на нашем официальном сайте www.ukidrive.net. И поведомляю, что телефоны нашей студии в открытыми, тому телефонуйте и задавайте свои вопросы. И мы таки будем продолжать нашу программу, наше интервью. Я хотел спросить примеры случаев, как бы помощи вашей. Потому что есть люди, я общался даже с одним, там двумя человеками, которые которым вы, в принципе, помогли даже приехать сюда, даже тем же советом или я, я скажу, что происходит сегодня. Вот э, мы живем во время такого информационного взрыва. Когда мы жили, вот помоложе были, да, в советское время там и сразу после, была проблема, как как найти информацию? Ее не было. Сейчас проблема, как среди э, колоссального объема информации найти вот несколько крупинок, да, которые действительно объективная информация, а не мусор. По моей оценке, вот если вы пойдете на Google, да, там, поищите, что делаете поиск, 95% того, что вы там, найдете, это, это мусор, откровенный, гадость, которая сделана неизвестно зачем. Ну, то есть известно зачем, но вам это не нужно. Поэтому сегодня проблема отыскать вот эту иголку в стоге сена. И мы вот являемся такой иголкой, потому что э, э, есть как бы некий авторитет, и люди приходят и они потеряны в этом океане информации, и они говорят, как, как, как делать, потому что вот на каждый чих есть там 10 разных мнений. И просто они нас слушают и выбирают какой-то путь, какую-то стратегию. Они дальше сами все делают, но просто им надо определиться, вот каким путем идти. Например, существует очень много предубеждений и разных таких ну, непоняток с политическим убежищем. Вот человек говорит, у меня, нет, у меня никакого кейса нет. И я им объясняю, это не ты решаешь. Значит, ты, ты, ты даже не представляешь, может быть, у тебя три кейса есть, ты просто не знаешь об этом. Или там, говорят, а вот меня будут считать изменником Родины, или там моих родственников посадят, там, если я уеду и не вернусь, там еще что-то. Поэтому, когда просто снимаешь страхи и рассказываешь, показываешь людей, я же все время показываю людей, которые через это проходят, они говорят, а, вот это, и побежали. Когда ты видишь цель... Тебя не остановишь. Проблема в том, что целей нет. Они, они запутались с целями. Конечно. Тільки що прийшло повідомлення на мій телефон. Другі слухачі, з нами сьогодні зараз в студії саме Михайло Портнов, це засновник Portnow Computer School у Соліконовій долині, що в Каліфорнії. Михайло Портнов є одним із самих популярних відеоблогерів на Ютубі. Його відеоканал існує вже 8 років та налічує більше 100 тисяч підписників. А більше 4 тисяч відео на каналі присвячені саме аспектам життя в імміграції, питанням працевлаштування, легалізації, навчання та багато іншого. А сьогодні ми піднімаємо дуже багато важливих та актуальних питань, в принципі як для молоді, для сімей і для тих, хто тільки в самом до Сполучены Штатов, вот а, уйти ваши запитания и телефонуйте в студию за номером 773 -6 -6 -7 -7 -7. А, Я хотел спросить по поводу: например, какие популярные ошибки делают люди при смене статуса, или когда приезжают сюда, например, они хотят а, получить статус? И, или, Например, если вы меняют, какие ошибки не делают большинство? Ну, первая ошибка состоит в том, я считаю, массовая, что люди едут в страну, допустим, где-то ему там, знаете, как послал в вор вороне бог послал кусочек сыра. Понимаете, вот там человеку послал бог там визу американскую, туристическую. И он с ней приезжает, и он не знает, как он дальше будет. Он, он ему говорят, знаешь что, там вот пойдешь к адвокату, и через адвоката сделаешь грин-карту. Вот я это слышу постоянно, через адвоката сделаешь грин-карту. Но все пути иммиграции известны заранее. Через адвоката можно и брак, через адвоката можно и политическое убежище и так далее. Вот, вот, вот это, ты когда едешь, ты должен знать, что ты будешь делать дальше. Если ты делаешь политическое убежище, ты можешь с этим адвокатом в скайпе консультацию получить. Ты можешь подготовиться как-то, может тебе скажут, какие документы подсобрать там, и так далее. второй момент, который я вот в этом вижу, люди пытаются сэкономить. И это понятно, потому что денег, ну, у многих нет совсем денег. И они говорят, ну я тогда сам подам там, на политическое убежище, например. А если мне откажут, а ему, скорее всего, откажут в такой ситуации, потому что он не умеет этого делать, значит, тогда я буду брать адвоката. Но адвокат в такой ситуации будет ограничен там на 95% той истории, которая уже была, и ему адвокат уже и помочь особо не может. Поэтому попытка сэкономить на адвокате при получении политического убежища это, конечно, очень, очень осложняет, я считаю, вот из тех ошибок, что я замечаю. Есть еще такое, знаете. Вот нельзя иметь дело с соотечественниками. Вот если ты приехал там, то нельзя иметь с ними дело. Вот они, они обманут, они не заплатят, они там еще что-то. И я вот что хочу уточнить. Значит, если человек настроен на то, чтобы искать какие-то особые пути, ну вот допустим, он ходит и 10 человек ему говорят, стоит, ну там, от 100 долларов до 150. И один говорит, да за 15 сделаем. И он говорит, вот есть же приличные люди. И он не понимает, что именно в этом месте его и кинули. Но вот он ищет, где его кинут. И он среди соотечественников ищет тех, кто его кинет. И, и вот дальше он в это попадает. Он как бы неизбежно в это попадает. Поэтому, когда кто-то об этом говорит, это, это правильно. Он, это его путь, но не обязательно твой путь. Вот из, из наиболее массовых, из того, что я вижу. Да. А, скажите, пожалуйста, такой вопрос: сколько стоит ваш совет, так как много кто может следовать вашими стопами, например, перекрутить ваши советы на услуги, при том, платные? То есть, как вы сказали, в принципе. Я но... не думаю, что мои советы можно так перекрутить. У нас есть канал на YouTube. В этом, на этом канале десятки часов выступают адвокаты иммиграционные, отвечаю на сотни вопросов. Я сам ничего такого не знаю. Мне говорят, а как заполнить заявку, там, на, что в этом пункте написать на грин-карт лотереи? Ну, я же не знаю, я никогда в жизни не заполнял и совершенно не интересуюсь. Но у нас есть человек, который специалист большой, он в течение часа объясняет, как заполнять заявку. Я могу только сказать, ребята, вот не спешите заполнять в первый день, потому что система подвиснет. А заполняйте через неделю, когда уже так пик пройдет. Вот это я могу сказать, а все остальное... Поэтому оно висит в свободном доступе. Если кто-то, например, проделает какую-то работу и захочет брать деньги за советы, пусть берет. В конце концов, он проделал большую работу, он в чем-то разобрался. И почему нет? Я, я никогда не слышал, чтобы кто-то мои советы перепродавал такой. Что ж, а, скажите, такой тоже вопрос. А какие пять главных вещей нужно сделать и иметь, например, иммигранту для того, чтобы хоть, хоть немного выйти на нормальный уровень жизни? Например, пусть это будет молодой парень, девушка или семья, например. Пять вещей. Ну, я бы сказал так. Есть вещи, которые не сразу приходят. И тут ничего сделать нельзя. Вот говорит, вот пять лет потерял, пока там к чему-то пришел. Он их не потерял, он, он шел к решению. Поэтому я бы не сказал, что это время потеряно или что-то. Но все упирается в то, что у человека в голове. Если он сразу настроен правильно, он с первого дня живет правильно и хорошо, потому что успех это не когда ты через пять лет пришел к чему-то, а успех это когда ты пять лет шел к то Вот с первого дня, если ты сегодня двигался в этом направлении, то ты сегодня был успешный, понимаете? Поэтому людям мешают представления какие-то, но с этим ничего нельзя сделать. Они попали сюда, они начали ориентироваться и так далее. Безусловно, в такой ситуации, когда человек приезжает, он потерян, безусловно, кардинальную роль играет то, кого он слушает, чьим советом он следует. Но в конечном счете он слушал 10 человек, но он же пошел за этим, а не за тем, понимаете? Поэтому он все равно делает свой выбор. Я считаю, что чтобы идти к нормальной жизни, надо понимать несколько вещей. Значит, первая вещь, которую надо понимать, что сегодня идет размывание среднего класса. Вот раньше был средний класс, он был большой. Сейчас он размывается. И, допустим, 80% среднего класса уходит в бедные, а 20% среднего класса уходит в более богатые. Вот у меня есть такой пример, я люблю, как раньше мы выезжали из аэропорта, и сидел человек, денежку принимал за парковку, а сейчас автомат стоит. И потерялось сколько-то рабочих мест. Но возникло несколько новых. Обслуживание, производство, да, это уже техники, они уже получают совершенно другие деньги. И так далее. Идет размывание среднего класса. Сегодня либо ты получаешь очень мало, ну, не, 10 долларов, 12, да и 15 долларов, и 18 это все равно мало. Либо ты получаешь 30, 40, 50, там, 100 тысяч, 150 тысяч и так далее. Значит, если ты не скажешь себе, не спросишь себя, где мой путь к 100 тысячам, к 120 тысячам, к 150 тысячам, ты никогда его не найдешь. Ты так и будешь работать за 8, за 10, за 12. И это может быть кому-то совершенно нормально. Я не хочу сказать, что на эти деньги жить нельзя. Можно жить. Поэтому, если тебе нормально, живи на здоровье, радуйся жизни и живи долго и не болей. Но если ты говоришь себе, я приехал в другую страну, где моя вот эта вот золотая жила, да? Значит, ищи. Люди переквалифицируются и в медицину, правда же? Вот. Не обязательно быть врачом, там и можно медсестрой быть, тоже прилично зарабатывать. Люди переквалифицируются в IT. Многие не понимают, что для того, чтобы перейти в IT, переквалифицироваться, не нужно обязательно 4-5 лет там, учиться в университете. Скажем, мы это делаем за полгода. То есть есть такие дырки, через которые там пройти можно. Да? Но надо интересоваться, надо спрашивать, надо быть в мире, где информации много, но она вот такая вот раскиданная вся, нужно быть в этом инфо информационном поле. Знаете, если ты закопался куда-то, телевизор смотришь и общаешься с такими же, вот, как и ты, ты никогда не выйдешь из, из круга таких, как ты. Вот. Они же тебе еще говорят: да куда ты лезешь? Оно тебе надо. Пойдем горилки выпьем, правда? Что ну. ж, спасибо вам за ответ. Дорогие слухачи, номер нашей студии 773 2777 а, скажите, пожалуйста, по поводу возрастной категории. В каком возрасте лучше, например, приезжать в а, Штаты? Такой вопрос. Понимаете, сильно зависит от статуса. Да? То есть мы когда ехали, мы ехали по беженской визе. Мы ехали со стариками, мы ехали там, э, я не знаю, на носилках везли, там, в, в инвалидных креслах везли, и, и было нормально. Если человек, например, статуса не имеет, то как он повезет там бабушку 80 лет понимаете? поэтому очень сильно зависит безусловно молодым это легче но ну, ну, кто же говорит но я вижу много людей которые там и в 45 нормально приезжают и, и даже за 50 тоже а если уж ты грин карту выиграл лотерею то в любом возрасте можно я знаю людей которые 60 и они уж там вроде и на пенсии а все равно говорят, поехали я знаю люд людей которым 60 и они приезжают и на политику подают и говорят, а что, я, я здоровый, я крепкий, я хочу работать, я не хочу там э, сидеть дома. То есть от человека сильно зависит. Но, безусловно, с возрастом это сложнее, сложнее сложнее. Но, с другой стороны, молодые ребята, если они поехали, они там через 5 лет получили гражданство, ну, там через, смотря как ехали, ну там через 5, через 6, через 7 получили гражданство и оприходовали родителей своих уже нормально. Сейчас очень много людей приезжают по воссоединению семей. Раньше не было такого, да. сейчас, сейчас их очень много. Что ж, а вы с, мы уже не, не, раз, а, с, я, одну секунду. Мы не раз уже говорили по поводу грин карты. И <coughs> извините, розыгрыш грин карты, если не ошибаюсь, он начался 4 октября. Прием и, заявок. Да, начался, прием да. заявок, да. Uh -huh. И если не ошибаюсь, закончится он 7 ноября. 7 ноября. То ли 7, и... то ли 8 там. Ну да, седьмого, восьмого выбора. Mm -hmm. Да. И какой будет ваш совет, например, для тех, кто хочет подать заявку? Например, те, кто уже в США и те, кто уже, например, в разных странах других, там, как Украина, кто Россия. Хочет или уже подал? Кто хочет и кто уже подал. Ну, для тех, кто хочет, посмотрите видео, у меня на канале есть видео о том, как заполнять заявку. Это очень важно, чтобы не совершить ошибку, потому что малейшая ошибка при заполнении заявки ведет к дисквалификации. Что очень, очень важно сделать правильно. Второе, для тех, кто уже подал, мой совет такой, не ограничивайте себя одним единственным путем в Америку, потому что как только у вас появляется несколько путей, вы начинаете думать профессиональные миграции, там, допустим, холостые ребята могут, там, скажем, думать о семейной миграции и так далее. Как только возникает несколько вариантов в голове, вариант с грин-картой лучше срабатывает. С лотереей шансы, шансы возрастают, вот так мы видим, на, на примере других людей. То есть тот, кто не зацикливается на одном единственном пути, э, ему проще. Ну что ж, в принципе, так и есть. Я хотел спросить по поводу рабочей визы и... Рабочей визы сначала, а потом уже несколько других вопросов. Ну, если мы говорим про рабочую визу H1B, то э, история такая, что сейчас э, там что называется battle neck. то есть у нас э, по, уже несколько лет подряд подают по 240 тысяч заявок, 1 апреля начинается прием от, от работодателей, 240 тысяч подают, а квота 65 тысяч, ну еще 20 тысяч на ну, тех, кто получил мастер-дегри в США. Поэтому лотерея идет там 3 к 1, 4 к 1, поэтому ты можешь быть абсолютно любой квалификации, но ты не, ты не получишь просто потому, что надо еще в лотерею выиграть. Поэтому я бы сказал так, если ребята молодые там, и себе планируют что-то на будущее, учитесь, набирайтесь опыта. Безусловно, эта ситуация разрядится. Это должно измениться очень скоро. Но просто затык вышел с иммиграционной реформы, уже давно бы все было. Вот собирались до 200 тысяч кого-то увеличить. Поэтому это хороший путь, но это не такой как бы гарантированно простой, понятный и так далее. В этом смысле может быть проще искать компанию в Украине, там, в России, где бы то ни было, которая имеет отделение в одной стране и там хедквотер в другой стране. Очень многие люди сейчас приезжают по визе L, когда внутренний перевод из компании в компанию. Допустим, я проработал во львовском филиале какой-то фирмы американской, а сейчас во Львове очень много, кстати. И через год меня перевели в американский офис, и они могут с первого дня делать ему грин-карту. Понимаете, поэтому вот может может быть вот это путь хороший но безусловно надо быть специалистом в том что ты делаешь и тогда тебе будет намного проще вот в этом отношении ну что ж спасибо а, и такой вопрос следующий по поводу бизнеса угу. если вы можете сказать посоветовать например даже тем молодым семьям и молодым ребятам которые приехали только в штаты какой бизнес когда и с каким капиталом можно его как бы отвлекать? я начал свой бизнес с 200 долларов которые потратил на рекламу в местной газете вот, и там через несколько, там, лет через пять это уже был там четырехмиллионный бизнес там, по обороту и так далее. Если у тебя есть драйв такой, понимаете, то ты не остановишь себя. И вот у меня был драйв, у меня даже жена, которая не хотела этого всего, она не смогла меня в итоге остановить, хотя пыталась. Поэтому если бизнес это, ⁇ это ты как, вот как ты есть, это одна история. Если бизнес ⁇ это способ уйти от того, чтобы, скажем, работать или там, отвечать за то, что ты делаешь и так далее. Я прекрасно работал всегда по найму, и я был на очень хорошем счету, и, и у меня никогда не было проблем работать по найму. Но вдруг возникла вот эта вот история с тестированием, меня туда понесло. Понимаете? Поэтому я вижу очень много людей, которые ходят вот с такими лицами кирпичными, знаете, и вот он бизнес, вот работать он не хочет, не может, он бизнес, бизнес. Я говорю, а бизнес это как? Ну, купить дешевле, продать дороже. Ну, вот это, это не бизнес. Ну, то есть ну, тоже бизнес, но в этом бизнесе нет. Денег нет, потому что если... Вот возьми там магазинчик маленький, или там ресторанчик крохотный, или вот столовку какую-то, а где же там деньги-то? Это каждый может. Ну, не то, что каждый, но очень многие люди могут. Там нет то, что называется профит margin никакого нет. Поэтому бизнес как способ самовыражения, самореализации, ты себя найдешь, ты можешь быть строителем. Я, 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 вижу людей, которые стройкой занимаются, они поэты, понимаете, они поют, они каждое утро бегут на работу, понимаете. Я знаю дядьку, который делает могильные камни, эти, знаете, как называется, я не знаю, красивые такие, произведения искусства, он архитектором был. Вот, и он делает эти камни, и он сам реализуется через это. Поэтому я бы сказал так, хочешь делать бизнес, делай то, от чего у тебя душа поет. Если у тебя, у тебя душа с этого не поет, у тебя не получится бизнес. Что ж, спасибо вам. А, так, будь ласка. Я хотела бы вставить свои две копейки на эту тему, потому что вопрос стоял так, сколько нужно иметь начального капитала для того, чтобы приехать в Америку и начать бизнес. Но дело в том, что. Жизнь так устроена, что очень сложно приехать в Америку и начать делать бизнес и быть успешным. По статистике, 90% бизнесов, которые начинаются, они выживают менее года. Да. Неплохо бы приехать в страну и начать что-то делать и осмотреться по сторонам, потому что риск потерять все деньги, которые вы привезли с собой, чтобы начать бизнес, очень велик. Поэтому, конечно, желательно приехать, посмотреть, понять немножко эту страну. И тогда уже появятся какие-то мысли по поводу бизнеса. Комментарии, извините, вас Светлана, жена Михайла, спасибо я, вам. И да, я, я бы хотел присоединиться к тому, что Света сказала. Очень важный аспект. Многие люди кидаются в бизнес еще только приехав. Он еще вот, я не знаю, вообще ничего не успел. Страпа с, с сошел с самолета. Он уже хочет делать бизнес. Это практически гарантия того, что он потеряет деньги. Если тебе хочется делать вот этот бизнес, поработай в таком бизнесе у кого-то, поработай годик, поработай пару лет, пойми этот бизнес, может быть, купи готовый, где наметано. Мы знаем очень много людей, которые начинали бизнес, больше того, они покупали готовый бизнес, и через 3-4 месяца вылетали из бизнеса, который 20 лет на этом месте простоял и давал деньги. Поэтому, конечно, помимо того, что должен этим жить, и бизнес это не 8, не 8 часов в день, бизнес это круглосуточно. Но ты при этом должен очень хорошо понимать то, что ты делаешь. Это не mutual fund, где тебе раз, раскидали деньги по всем компаниям, потому что ты не понимаешь, где чего. Бизнес это когда ты зарабатываешь именно за счет того, что ты очень хорошо знаешь то, что ты делаешь. И вот тогда ты начинаешь зарабатывать. Что ж, спасибо вам за такой ответ. Uh -huh. а, номер нашей студии 7736612777. Большинство наших слухачев слухала сама нас был прямой эфир, зараз онлайн. Я думаю, как большая частина так же залышалась. А если кто-то имеет вопросы, будь ласка, телефонуйте в студию за номером 773 uh -huh. И перейдем так к финальным вопросам по поводу. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу скорых выборов в США. Ну, я хочу сказать, что я огорчен очень, потому что вы видите, что там где-то примерно процентов 60 населения недовольны тем выбором, который есть на выборах. То есть и Клинтон, и Трамп оба имеют меньше 50% уровень популярности в стране. То есть ни тот, ни другой не годятся никуда. Меня огорчает, что есть масса достойных, квалифицированных людей, которые могли бы, и они не пошли в это дело. Они не пошли, потому что это грязь, потому что это колоссальный удар по психике, колоссальный удар по семье и так далее. Вот вы помните вице-президент Соединенных Штатов, да? Вот там Байден, ему говорили, давай, он, он говорит, я с семьей посоветовался, он, он не пошел. Тот же, я не знаю, там Ромни, который мог бы, да, он тоже не пошел, потому что это такая нагрузка, это страшное дело. Поэтому кризис, который существует и в республиканской партии, и в демократической, они не в состоянии выставить такого кандидата, чтобы противно не было. Знаете, я не говорю там супер-дюпер кандидат, но чтобы противно не было. Не та другая партия не способна. Это говорит о том, что мы пришли в такому времени, когда перемены надо ждать. То есть должны быть перемены в стране, в партиях, в обеих, в, в том, как мы живем, и так далее. Это назрело. Вот то, как оно было, оно уже не работает. Первый звонок был сам Обама. Когда вот он 8 лет назад избирался, и он говорил: change, 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 какой change? Неважно, change. Вот этот популизм натуральный. Ничего не было понятно, что он там сделает, но вот change. И вот он стал президентом. И это был первый звонок. Сейчас у нас все только на популизме. Вот у нас Сандерс популярный, потому что он не принадлежит к этой группе. У нас э, Трамп популярный, потому что он не принадлежит к этой группе. Вот нельзя быть профессиональным политиком, чтобы люди за тебя голосовали. У тех же республиканцев был, например, Касик. Кейсик замечательный мужик, потрясающий мужик был Кейсик. Никому не интересен Кейсик. Все нужно выйти там и матерком пройтись и всех облажать, обругать, значит там ниже пояса опуститься и так далее. Понимаете? Вот Что это грустно. Все. Да. А, вопрос у нас поднимался ранее о а, иммиграционной реформе США. Угу. Я хотел спросить, будет ли она, если да, то приком и какова она будет вообще. Ой, значит, это имеет некоторую предысторию. За неделю до того, как э, приключилось вот это вот 11 сентября 2001 году, за неделю до этого президент Буш, новый избранный, относительно новый избранный, был в Мексике и договаривался с президентом Фоксом, мексиканским, о том, чтобы э, легализовать нелегалов, вообще миграционную реформу такую провести и так далее. Но тут случилось 11 сентября, и миграционная реформа отложилась на какой-то срок, но уходя уже в последние, так сказать, месяцы своего президентства Буш вернулся к этому и предложил реформу, которая включала и легализацию нелегалов на определенных условиях, и так далее. То есть вот, очень похоже на то, что сегодня вот мы слышим. Но и демократы, кстати, не, выступ, не возражали, потому что им, им, им очень важно легализовать нелегалов, потому что это их будущий электорат. И, но они прицепили к этому делу какое-то еще дополнительное требование, не относящееся к миграции, и, в общем, кончилось тем, что Буш махнул рукой и говорит, ну нет и нет. Он декретов не, не издавал, как нынешние. Потом, три года назад ровно, ровно три года назад, была попытка совместная, республиканская и демократическая, значит, сделать эту реформу. Неплохая была реформа, и Сенат за нее проголосовал. Но в Палате представителей уже теперь республиканцы заблокировали, не поставив на голосование. Если бы поставили на голосование, было большинство. Но они как бы вот такое странные такие... Я не знаю, у меня, у меня это возмущение вызывает. Было достаточно голосов, чтобы проголосовать, но не поставили на голосование. И эта реформа тоже содержала, она уже содержала не только легализацию нелегалов, но и стену, которую хотели республиканцы. И, пожалуйста, стена тебе будет. И, расш... и отменялась гринкарт-лотерея, которую не любили республиканцы. И расширялась, значит, эм профессиональная иммиграция за счет семейной. Потому что демократы хотели семейную больше, а республиканцы говорят, давайте поровну сделаем. Ну, короче, все было хорошо, не пропустили ее республиканцы. Сейчас у нас стоит крик о том, что нельзя легализовать нелегалов, при том, что уже республиканцы согласны их были легализовать два раза за последние там, 10 лет. При том, что процентов 70 республиканских избирателей считают, что легализация нелегалов неизбежна, и это хорошо. И вот какие-то игры идут. Понимаете, идут игры. Демок... Да, республиканцы говорят: если нужно рабочих виз, давайте проголосуем, о чем речь. Демократы говорят, нет, давайте голосовать с пакетом. В итоге, что встало у нас? Значит, у нас такой большой реформы, которая все решает, у нас нету Маленьких реформ, которые решают вопросы, там, скажем, рабочих виз, которые критически, и Facebook, и Google все лоббируют, потому что людей не хватает и так далее. И это же э, э, рост цен происходит. Знаете, сейчас программист пять лет опыта 150 тысяч получает. Вот у нас там где -то. вообще 27 лет, 26, 28 людям да 150 тысяч. И, и, и уж, н, уже на скриптовых языках уже там не знаю, на Python, там не надо Java. Цены растут, потому что нет людей. И вот э, это застопорилось, заблокировалось. И политики, поскольку они уже не политики, а политиканы, они не в состоянии решать вопросы, они не в состоянии договариваться. Президент не может на них повлиять, потому что он тоже нездоров договариваться. В общем, мы, мы, живем сейчас в стране, где никто договориться не может друг с другом. Вот, поэтому такая вот, такая вот история. Поэтому нет иммиграционной реформы. у нас, я думаю, будет телефонный звонок, но, дорогие слушатели, кто все-таки вынужден за телефонный звонок, номер нашей студии 7736612777, извините. У нас буквально остается 5 минут на, наш, на окончании нашего интервью. Исходя из этих слов, какое же будет будущее США? Буквально на 5 лет, если можно так. Ваше мнение. Я вам так скажу. Сейчас в... В жизни одного поколения, за период времени, который отводится на жизнь одного поколения, происходит изменение, равноценны изменениям, которые раньше там проходили на жизни там, 5, 6, 10 поколений. Поэтому сейчас человек, который, скажем, в 30 лет он живет полноценной жизнью, в 50 он выкинут на улицу, если он не изменился. Понимаете? Поэтому вот эта вот ностальгия по 50-м и 60-м, вот люди, которые там за 65, они голосуют там за Трампа больше, чем, скажем, более молодые, потому что им хочется вернуть вот ту Америку, которой уже нет. Ее нельзя вернуть, ничего вернуть нельзя. Поэтому мы сейчас живем в очень динамичном таком обществе. И эта динамика, она, с одной стороны, гробит массу народу, вышибает стул из-под них. С другой стороны, эта динамика создает очень много возможностей. В частности, вот посмотрите, что творится сейчас с нефтью. Не нефть, нефть, но вот технологии, которые позволяют то, что раньше не было нефтью, сделать нефтью в практическом смысле. Вот теперь можно добывать, да, вот этот крекинг. Посмотрите, что творится с автомобилями электрическими, вообще с технологиями электроэнергии, и солнечной, и, и так далее, все альтернативные виды. Поэтому я думаю, что будущее у нас такое. Производительность труда растет очень быстро, очень много народа высвобождается, и они никому не будут нужны. Просто нам не нужно столько людей. И, соответственно, общество должно приноровиться как-то обустраивать людей, которые больше не нужны. Соответственно, есть проекты, если возможно, уже не только вот там в Европе, но уже и в США говорят, давайте будем там каждому человеку, по факту его, так сказать, человечества, давать там пару тысяч в месяц, пусть живет, как хочет. Да, и, и хочет учиться, пусть хочет, пусть работает, пусть что-то еще делает. Но нам сегодня уже много народу не нужно. А завтра нам будет еще меньше нужно. И это очень естественно, потому что... Если там, за 100 лет производительность труда выросла, там, скажем, 100 раз, так а куда же это все? Ну, конечно, мы больше потребляем, мы не можем остановиться, мы, мы потребляем больше и больше и больше, но я думаю, что актуальная проблема вот, ⁇ это как быть с тем, что люди больше не нужны, но тем не менее они должны жить хорошо, спокойно и так далее. Вот Светлана хочет что-то добавить на этот счет. Я не то что добавить, как типа подсказываю, да. что в связи с этим увеличивается очень ценность образования, потому что люди без образования действительно они оказываются выкинутыми за борт, и им очень тяжело приходится по жизни. А все-таки уровень образования, он дает возможность быстрее адаптироваться вот к этим быстро меняющимся технологическим условиям, и быть более мобильным, более подвижным, и выплывать и выживать. Да. Я хочу сказать, что Света немножко перевела на тему не о том, как, как будет жизнь дальше, а о том, как человеку выживать в, этом, в этих обстоятельствах. С 2001 года в стране было создано что там, 13 миллионов рабочих мест, там, такого типа 12-13 миллионов рабочих мест. Из них только 80 тысяч рабочих мест получили люди, у которых образование не выше high school. То есть практически вся работа сегодня идет людям, которые имеют образование больше, чем high school значит, сити колледж, университет и так далее. То есть сегодня образование э, абсолют, абсолютно необходимо для того, чтобы быть не вот, вот тех, кого выкидывает из среднего класса вниз, а э, чтобы быть среди тех, кого поднимает вверх. Катастрофически не хватает сегодня людей в стране, э, фи физиков, химиков, вот естественно научные дисциплины, математиков. Катастрофа. Поэтому если ты хочешь быть вот, вот на плаву вот тебе одно направление но то же самое если ты хорошо делаешь маркетинг бизнес абсолютно в любой области если ты здорово делаешь то что ты делаешь ты на плаву ты расцветаешь ты процветаешь при том что казалось бы вот все больше и больше людей которые не нужны при этом все больше и больше потребность в людях которые здорово делают то что они делают. И образование, конечно, вот сейчас многие говорят, зачем нужно образование? Образование сегодня в 10 раз важнее, чем 20-30 лет назад. Ну что ж, я с вами полностью согласен. Спасибо вам за такое очень хорошее интервью сегодня и за ваши ответы на наши вопросы. Их было очень много и по разным темам. А последние, наверное, два это по поводу вашей встречи, которая будет в украинском центре сегодня, если не ошибаюсь. Расскажите, да, пожалуйста. Вот, да. в, в, в этом здании. Ну, была инициатива такая: с народной стороны. Я просто когда куда-то еду, там всегда есть наши выпускники, и они так активно говорят: ой, давайте соберемся. Поэтому. Договорились на 6 часов вот в этом здании, в украинском центре, с 6 до 8, там сняли помещение, договорились. Вот. И я надеюсь, что все состоится, как бы не, не, было, не было сигнала, что отбой какой-то, поэтому сегодня это в 6 часов там будет. Ну что ж, дорогие слушатели, я напоминаю, что сама адреса украинского культурного центра, это 2247 West Chicago Avenue, сама 6 часов, там можно будет поспілкуватися и задать вопросы саме Михайло Портнову. И последний вопрос, как же можно с вами сотрудничать, например, или также по YouTube, по Skype, или как-то задать вам вопрос, кроме этой встречи? Ну, во-первых, в YouTube, там есть комментарии под видео, я всегда отвечаю, есть так называемая личка, там личная почта, там, как то называется, можно там написать. В скайпе, можно в скайпе, но в скайпе, если, если в скайпе, то это больше переписка, я с голосом не очень люблю, очень много времени занимает. В скайпе меня очень просто найти, это М, как Михаил, и Портнов, то есть одним словом. Кроме того, я могу сказать, что под каждым видео, которое выходит, есть довольно много ссылок, то есть вот самые важные вещи, которые я считаю, что человек должен об этом знать, они там даны в ссылках. Иммиграционный форум, где обсуждаются все вопросы визовые. Там, допустим, видео. У меня есть там по страхованию. У меня есть видео. Я, я был некоторое время страховым брокером, о том, как машину страховать дом, у меня есть на эту тему и так далее. Поэтому вот то, что я считаю важным, там есть. У меня есть книжка, кстати, я написал книжку о том, как наша жизнь тут проходила. Называется она. Ами, да, американские горки на виражах иммиграции. Она есть, с одной стороны, на Амазоне, а с другой стороны, она в виде PDF-файла бесплатно. Есть ссылка под каждым видео. Громадная книга, там страниц на 700. Но если кому-то интересно вот, прочитать, как это все произошло, вот там, там написано очень-очень подробно. Что ж, спасибо, друзья, слухачи, с сегодня с вами был Михаил Бортнов, гуру по жизни, можно так сказать. А, и так, Большое спасибо, Михаил, что выступили сегодня у нас. Я желаю вам хорошего дня и надеюсь, до скорой встречи. Спасибо вам. Спасибо вам большое, и вашим зрителям. Спасибо. До свидания.